В это время, я так понимаю, что уже доукомплектовали все, и не хватает одного депутата, который, как бы, если нашли на прошлой неделе, нашли как бы уже на этой неделе, только началась, 15-го заканчивается чрезвычайное положение, кто там будет выдвигать мотивированные дечензуры? Андрей Настасов, Майя Санду, Канду и так далее, меня это не особо интересует, но сам факт, что нашли они голос для того, чтобы отправить правительство Кику в отставку. Я вижу, как они возмущаются, там кричат о том, что ну фасим коси, да, ну и времка с него тезну мапинойса гувернем. Не руши нация, но штри по лечень. Тот, каревал промис, к фасимовому колите временно кудудон с КПМ, как бы в крупную дирдиму плохотню, жду паста мержим она античпать. Не именно вра. Уни Энцелек внутрь к Прагу, да ну уни, к внутрь Прагу, а ниж про Молдова, ниж Педе, ниж, окей, нас ли дал номер отец, дарвадат сам, том ли Андрей Настас, инкусит у меня вострац, промис Ваймлорг, кому уляк, и политику, да то он же мне же натечпать, а. Латес нули плащ рейтингу, шазу цар интряга, трес суфери, сел спорте пидодон, шиништи, еще беньше ништи, криминальший экскройч, который мой сын такой, пим парламент, пим гувер, день каузак, видите ли, тец, аж тяпся скряс к рейтингу. Ел, ди моменту, кан мам интор сан цара, ам черкат спризен коалиция, кари авут лок интри блоку акум в партиду социалиштур. Я мой читаш юг шил, пам тут као Молдова на деварат, кум, крол, ку, валта информация. Но, и я имитау лупта, а же детарь его имитат, только ну, тут не шпорни он до сарпинала катере. Дар, аста ее проблема, что есть у Рушини Мари, что тот чей корял вот ата чести партии деполичи, трясли трещерец сокотяла. Но че сажте в том, смотрим дефуам, диспары цара, дипхарта глобулу помынтьес, где ты так куйвайну ее крыскут рейтингу, еще не ванну ну, сварить сарат партиду. Но я требому сайстем, кум мигряза, держат зезди депутатс, Уону садусь аминти, кацбанью дат луалту. Андриан Канду езду до дуарс плани, ты увидишь, стайписка унел, шашаз, паштяпта, кому ж свечи сам там. Том ли Канду, вперед, ла прокуратура, депос материалу, гораслата, спубликача вес, ну мать сине, сквозь тец, тец, день загашнище, коря вес, кун спуне филя, антрудзе, пай, вот тец, кас эксплодеза ще, как се эксплодеза, а вазу то куми эксплодеза вот. Кэт мерзе у щегане нусаты, шим партии до ностров три андизели, как бы я рад, ты четко, да му типа околу компромат, там взяли деньги, ж, за Тимовки есть доказательства, же Мадипаль. Все молчали про это 3-4 года, об этом говорил только я. Поэтому последнего депутата, значит, найдут на этой неделе. 15-го выходим из страны, выходит из чрезвычайного положения. С понедельника начинается чрезвычайное положение у Додона. И в душе, и в сердце. И, думаю, в других частях тела, но это уже как бы его проблема. Еще раз говорю, что мы должны сделать полную перезагрузку стране. Молдове нужны досрочные выборы, парламентские. Молдове нужно новое правительство. Молдове нужны новые руководители спецслужб и не только. Сегодня нужно призвать к ответу всех тех, которые вы видите по телевизору с утра до вечера, которые вам рассказывают уже 30-й год про светлое будущее Молдовы и так далее. Очень многие в связи с этим мне там задают вопрос, с кем я? Ребят, ну типа там, пусатый, ты с правыми или с левыми, вот ты критикуешь Додона, там, тут ты критикуешь правыми. Ребят, я не с правыми и не с левыми. С кем я? Я с народом Республики Молдова. Против кого я? Я против воров и подонков и негодяев, которые сегодня сидят и в парламенте, и в правительстве, и в президентуре.